2374 популярных видеоролика на моем канале на утро 23 июля 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube. И это, конечно, замечательно, потому что лично мне определить самостоятельно количество популярных видеороликов практически невозможно, потому что самих видеороликов много у меня. Уже полторы недели назад, как мой канал прошел рубеж 65 тысяч опубликованных видеороликов, да? Ну, как среди них определить, какие популярны, какие? Да никак. Ну, это сейчас и не нужно, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве популярных видеороликов, да? Остается только пользоваться этой информацией, что, собственно, я и делаю сейчас, снимаю этот видеоролик. Ну, естественно, я благодарен YouTube за то, что у него есть этот агрегатор, избавляющий от множества хлопот, сберегающий время и нервы.